Серебряные медали первенства России по футболу второго дивизиона в зоне «Запад» получили игроки команды «Текстильщик». Сезон для футбольного клуба был более чем удачный, отметил Павел Коньков. Удалось достигнуть лучшего результата за последние 8 лет. По итогам первенства ивановцы забили в ворота соперников 58 мячей. Лучшим бомбардиром стал Анзор Саная. Тренер команды Дмитрий Парфенов признан лучшим тренером в зоне «Запад». Игра миллионов в Иванове очень популярна. По подсчетам, игры «Текстильщика» посетили 88 тысяч человек. По традиции, пост президента «Текстильщика» занял руководитель регионального отделения партии «Единая Россия». Сергея Пахомова сменил Анатолий Буров. Встреча с футболистами канун игры сборной России на чемпионате мира в Бразилии навели Павла Конькова на ностальгический лад и заставили вспомнить свое спортивное прошлое. Футбол вообще игра совершенно удивительная. Она, с одной стороны, во многом народная, потому что, наверное, редкий мальчишка не играл в футбол. Я даже при своей комплекции, я был такой почти всегда, тоже отдал этому виду спорта, так сказать, немного. Но, правда, чаще всего меня все-таки заталкивали на ворота, считали, что мимо меня мяч в ворота пройти должен сложнее.